Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Человек задуман Богом. И не только задуман, но и сотворен. И поэтому в нас есть определенные принципы существования, определенные правила. Есть вещи, через которые человек расстраивается, есть вещи, через которые он созидается. Но вот творение человеческих рук, автомобиль, хороший, новенький, красивый, дорогой. И когда мы его создаем, мы ведь в него вкладываем определенные правила жизни. Потому что, например, автомобиль, он хорошо себя чувствует, если в него заливаешь там 95-й бензин. И он на нем нормально себя ведет. Если зальешь туда огуречный рассол или шланги перепутаешь, дизельное топливо зальешь, ну все, начнутся проблемы. И точно он далеко не уедет. И вот человек, когда Бог его создавал, он в него внутрь вкладывал определенные принципы существования. Ну, например, есть в человеке горючее, без которого он никуда не поедет. Недавно разговаривали с одной женщиной. Она увидела, что она стоит расстроенная, грустит, слезки на глазах, на колесках. Говорю, что случилось? Говорит, да дома что-то не то. Говорю, а что? Ну вот, муж чувствует там какую-то неудовлетворенность, ему кажется, что здесь его не ценят. Ему хочется куда-то вот уехать в другой город, там создать какую-то лучшую карьеру, там достигнуть результатов. Но он не думает, ну, вот, про нашу семью, ну или как-то ее не спрашивает. А у нас же здесь тоже есть определенные обязательства, там ребенок в школу ходит. Но вот кажется, что хорошо там, где нас нет. Но ведь очень часто это бывает... Но очень опасный обман и иллюзия. Почему? Ну, потому что хорошо бывает, с одной стороны, от внешних обстоятельств. Но если машина сломана, если в ней нарушена какая-то гармония, ну, куда ее ни привези, она везде будет себя плохо чувствовать, она будет плохо ездить, потому что поломка внутри. И пока ты не исправишь вот этот дефект, не наладишь внутренние процессы, но бесполезно куда-то бежать от себя. Ты же себя с собой всегда привезешь. И с другой стороны, когда у человека внутри порядок, но опыт и пример тысяч и тысяч людей показывает, что и мы в концлагере, с Богом хорошо, и где-то на простой работе, и человек, находя себя, он везде может реализоваться. Почему? Да потому что Бог так вложил в нас программу вот эту, что наша душа, вот это удивительное наше сокровище, она таким образом устроена, что она может ездить только на благодати Божьей. Если в человеке нет благодати Божьей, вот этой энергии, энергии жизни души. Если душа пустая, но она, конечно, может пытаться выхватить какое-то утешение в кино, вино и домино, но этого недостаточно. Это бензин как бы не того качества. Двигатель, он не сможет его переработать или работать на нем в полную меру. Следовательно, цель жизни — это вот решить этот вопрос. Ну, во-первых, понять, как я устроен, что такое человек, и почему человек
без смотрения в вечность, он превращается в свинью. Но чело, устремленное в вечность, это природное свойство человека, вечная личность. Если мы с этой перспективой не живем, чем бы мы ни занимались, мы начнем жить скотской жизнью. Потому что наша плоть, она ну, такая крикливая баба, которая на себя все внимание перевлечет и нашу душу под себя подоткнет. Понять, кто я есть. Понять, что хотел мой Создатель. Мы же понимаем, что я не сам себя создал, я как бы появился в результате очень сложного, непонятного, такого какого-то загадочного процесса, который тоже, кстати, не сам по себе возник, а Бог вложил в нашу такую природу человеческую, таким образом появление на свет. И если меня кто-то создал, значит, у этого кого-то есть обо мне какой-то замысел, значит, он что-то хочет. И понять этот замысел — это преодоление огромного вот этого пути по дороге к счастью. Потому что у Бога точно есть мысли. Он точно знает, что Он хочет. И от человека в принципе, и от каждого в частности. Он нас сотворил. А потом было бы неплохо узнать, а как вообще управлять вот этой машиной и вообще куда на ней ехать. Потому что, конечно, хорошо, когда есть машины, хорошо, когда она исправлена. Но если ты не знаешь, куда ехать, ну, ты можешь, конечно, по стадиону покружиться, но машина — это не роскошь, это средство к передвижению. Нужно знать, куда ты хочешь на ней доехать. И вот человек тоже должен с этим разобраться. Потому что, не зная пути, цели, но он рискует бесполезно пользоваться этим очень красивым, дорогим механизмом. Поэтому, дорогие мои, у нас огромные задачи, их надо решать, их, об этом нужно думать. Узнавать себя, узнавать Бога, узнавать цель, и к этой цели целенаправленно двигаться. Помогай нам всем, Господь. Господи, сила.